В областном центре живут разные многодетные семьи, каждая из которых уникальна. Лишь одно их объединяет, и в чем они похожи, это любовь к своим детям. Надир и Венера Саддинова из Ульяновска прожили в браке 25 лет. За это время в их семье родилось 10 детей, 8 дочерей и 2 сына. Старшие уже подарили Надиру и Венере внуков. С годами семья Саддиновых только крепнет и растет, а значит, становится хорошим примером для всех жителей нашего города и области. Звание лучших они подтвердили на областном конкурсе «Семья года». Ну, счастье в детях уж. Пускай они самое главное здоровье. Самое главное здоровье. Ну, а здоровья не будет, ничего не будет уж. Дружные очень, да. На всех конкурсах участвуют. Мы второй раз участвовали в «Семья года». Первый раз участвовали в «Семья года» в 2008 году. Мы лауреаты областного конкурса. А сейчас вот выиграли областной конкурс. Ждем решения на всероссийского конкурса. Так что надеемся, что мы победим и всероссийский конкурс. Сертификат о занесении на аллею семейной славы с Саддиновым и еще нескольким многодетным семьям вручили на торжественной церемонии открытия тематического сквера. Семья – это действительно основа, без всяких, так сказать, высоких слов, основа и страны, основа любого коллектива. Семья – это, в принципе, основа государства. Вот мы благодарны вам, что вы находите время воспитывать своих детей по-настоящему, от души, отдавая всех себя своим детям и действительно делая все, чтобы они росли у вас здоровыми, счастливыми, в заботе от папы, от мамы и получая достойное воспитание. Будущее страны за многодетными семьями, в этих маленьких мальчишках и девчонках. Крепкая семья сегодня – это надежная страна завтра. Именно в раннем возрасте мы учимся отличать хорошее от плохого, воспитываемся на примерах старшего поколения. Я ни с кем не дерусь, я со всеми дружу, это же семья. Это же мои сестры, братья, вот. Ну ты воспитываешь младших, как-то вот показываешь, как надо делать, как не надо, учишь как-то вот. Ну да, учу. Что говоришь им? Ну я говорю, что нельзя драться, нельзя ссориться. В прошлом году аллею презентовали в преддверии Международного праздника Дня защиты детей по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Крепкая семья». В этом году тематический сквер открыли накануне Дня матери, который вся страна будет отмечать 25 ноября. На пилонах размещены фотографии 14 лучших многодетных семей, победителей разных конкурсов и акций. Этими людьми гордится вся Ульяновская область. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.